Привет, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами Семен. Сегодня 19 ноября, выехал на очередную рыбалочку. Хочу сегодня половить на поплавочную удочку. Вот такое место я выбрал для сегодняшней рыбалки, это река. Но на той стороне, где я буду ловить, здесь большое количество растущего камыша, такого островками. Места для рыбалки здесь, конечно, не очень много. Метра, наверное, полтора на два с половиной. Ну, я думаю, для поплавочной удочки этого достаточно. Сзади меня уже сразу же начинаются густые заросли камыша. В общем, тут ловить только на поплавочную удочку. Закармливать точку лова я сегодня буду пелецом. Это спешл, чеснок 5-миллиметровый. Штучки 3-4 бросим. Еще одну, наверное. Сейчас уже холодная вода, пелец 5-миллиметровый, конечно, он не начнет быстро растворяться, распадаться. Ну и, конечно же, почему я его взял, потому что хочу поймать какую-то более крупную рыбку на поплавок, карасика, может, крупного подлещика. Не хочется привлекать сыпучей прикормкой мелкую рыбу. Ну, надеюсь, это сработает. В сегодняшней рыбалке буду использовать маховое удилище от фирмы Nautilus 5-метровое. Сейчас быстренько смонтируем, отмерим глубину и будем уже пробовать поймать какую-то осеннюю рыбу. Желательно карасика. Одеваем поводок, лесочка 0,12, крючок 12 номера Гамакацу. Белый красный опарыш с собой у меня. Какой-то опарыш переросток. Где они его взяли? Так, поехали. Первый заброс. Прям самому интересно. Место класс. Ну, какая будет здесь рыба? Непонятно. Поклевки, скажу я вам, вообще такие аккуратные. Вот сейчас несколько раз уже перезабрасывал. Прям что-то пробует. Прям тихонько. Похоже, конечно, может быть на карасинную, но прям еле-еле. О! О, друзья! Вы... Я же вам сказал, похоже на карасинную. Вот вам и карась. Вот вам и карасик. Посмотрите, какой красавец. На опарыша. Аккуратно берет, вообще потихонечку. Карасинная поклевка. Сразу видно было. Есть. Ноябрьский. Черный карасик. Донный. Хвостяка. Какой у него. Просто кайф. Просто кайф. Садок. Так, здесь мелковато, конечно. Как бы его расположить так удачно. Так, надеюсь, он там не один. Ребят, очередной карась. Сейчас пробовал на червя ловить, не получилось. Наверное, минут 10 поклевки не было. А вот на беленького опарыша быстрая сработка была. Хопа. Свеженького нацепим.
Есть. Ух ты. Ничего себе, он сопротивляется. Тихо, тихо. Поставил я меньше крючок. Немножко меньше. Сейчас покажу какой. Поставил новый поводок с крючком. Это Гамакацу 16 номера LS2210B. Так, а был у меня LS2210B только 12 номера. Они такой же формы, только немножко этот поменьше. Рыба быстрее его хватает, так как размер поменьше, рыба неактивная. Ну вот, поймал первую рыбку на него. Смотрите, пошел. Есть! Какая была аккуратная поклевка, видели, друзья? Вообще аккуратненько, легенько повел. Такс. О. Плотва подошла. Опа! А вот уже и карасик. Подошел. Тут... Катается как на карусели. С первого раза не поймал. На два опарыша беленьких. Вот такой. Ладоха. Немножко уже потеплело. На день сегодня около 12, по-моему, передают тепла. Сейчас уже время... Опа. Ух ты, есть! В прямом эфире. Хороший карасяка. Тихо. Сейчас он успокоится. А то у меня... Подсака нет с собой. Время уже 11, по-моему. Я сюда полдесятого приехал. Хорошо секет тоже. Крючок поменьше, но вообще с губы еле вырвешь. Очень острые, классные крючки. И караси хорошие. Ладошечные, мерные. Класс. Зацените карася. По весне, когда вода уже подойдет ближе к берегу, здесь уже, конечно, не половишь, потому что здесь большой склон. И вот где я сейчас стою, здесь уже будет вода. А так как сейчас вода упала, хорошее место, в принципе, для рыбалки здесь вообще отличное. Опа. Фух. Так, не спеша. Тихо. Давай. Карасямба. Ху-ху. Самый классный карасик. На два опарыша клюет прям. На одного ставил. Плотва попадалась. Видимо, немножко крупнее насадка.
Итак, друзья, очередной карасик. О, сопротивляется. Тихо, 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 только не уйди. А, опять карусель устраивает. Не поймал с первого раза. Стоять. Да он бы тут не ушел, насквозь губу пробил. Я сейчас перекушу немножко, кофе выпью. Уже сколько время? 12:30. Пока с сумки холодильника доставал продукты, поплавок увело. Что-то я не понял, как я его поймал. А, он зацепился. Он съел опарыша и за плавник зацепился. Только руки помыл. Опа. О, а это самый крупненький, по-моему, на сегодня. Прям вообще такой знатный карась. Смотрите. Солнце отсвечивает немножко здесь. Класс. Удилище пока не забрасываю. Сейчас пообедаю, выпью кофе и будем продолжать рыбалку. Взял домашней еды. С вечера гречу отварил. Курочка. И люблю очень чесночные стрелки. Закатанные. Такие кисленькие. Кисло-сладенькие. Очень вкусные. Так что всем приятного аппетита. Кушаем и продолжаем ловить осеннего карася. Пообедал. Немножко карманул рыбку. Пару жмень кинул пелиться. И на это лакомство пришел карасик. Так, спокойно. Хороший. Ху-ху. Карась сопротивляется так, как будто весна на улице. Хотя-то на дворе-то и не очень и холодно, в принципе. Заглотил чересчур. Опа. Очередной карасевич. Опа. Вот такой. Ну вот видите, чистая ладоха. Чистая жарёха. Тихо. Чуть не ускочил, не ускакал. Опа, есть. Вот, более-менее уже плотва клюнула покрупней. Для кота самый раз. Очередной карасик. Так. Опа. Сошел, елки-палки. Сошел, сошел. Крючок целый. Поводок тоже. Ну ничего. Пускай. Пускай бежит. Ух, какой, ничего себе.
Так, спокойно. Сейчас. Крючок маленький, конечно. Секет хорошо, но рыба может сойти. Фух, да, вот это вообще кабасик. Кабасик конкретный. Вот какой. Ху-ху, красавец. Хороший карась. Повел. Блин, завел. Стоять. Ого, вот это да. Вот это сопротивление у него. Мощный карасяка. Ничего себе. Вот этот сегодня уже посерьезней будет. Краешек губы. Как я его поднял. Конечно, подсак надо брать. Смотрите, какой. Очередной карасик. Время уже 3 часа дня. Еще полчасика половлю и буду потихоньку собираться. В принципе, рыбки поймал отлично. Классное место. Правда, немножко маловато места, но тем она интересна, рыбалка. Что получаешь новый опыт, разные условия ловли, камыши, мало места, узкие проходы, так что это круто. Вот такие караси сегодня клюют. А ближе к вечеру рыбка расклевалась лучше. Есть у меня дипчик такой, дип. Ну, не знаю, делаю так. Чесночный дип. Вот, гарлик, чеснок. Миненко PM Baits, 75 миллилитров. Здесь у меня, видите, эти, силиконовая кукуруза. Зеленая, желтая. Ну, такая просто лежит, дипуется, может, когда на карпа пригодится. Вот, и я вот так опарыша беру сюда. Окунаю в чесночный дип и забрасываю. Ну, не знаю, заметил, что рыба быстрее откликается, быстрее находит, так как идет какой-то аромат от опарыша. Плюс он такой дип масляный, масляное пятно расходится по воде. Ну, тем самым, конечно, побыстрее привлекает рыбу. Ну, такие наблюдения, по крайней мере, сегодня я сделал. Вот, забрасываем. И сразу рыба, видите? Ну, правда, плотвица, но тем не менее. Ну, быстрый отклик, конечно. Плотва, ну, пойдет. Опа! Ну что, ребят, крайний карасик. И поехал я уже домой. Отличная засечка. Правда, завер губы, ну. Пробило хорошо.
он бы не ушел. Снимаем опарыша. Сейчас покажу вам свой улов и буду уже ехать домой. Покажу вам улов. Опа! Ого! Нормально так. Сюда на чистое положу. Так, как бы вам показать? Так, наверное, сделаем сейчас. О! Будет хорошо видно. Ну вот, друзья, сегодняшний мой улов. Отличная получилась рыбалка. Карасик весь такой мирный, ладошка больше ладошки. Как раз самый такой пожарить, самый вкусный. Также брал еще вот небольшие плотвички есть, подлещик. Это я все коту взял. Клевали вот такие мирные карасики. Немножко больше ладошки. Все собрал, все сложил. Отличная сегодня получилась рыбалка. Надеюсь, она вам также понравилась, как и мне. Клевал сегодня такой мерный, хороший осенний карасик. Ловился преимущественно он на белого опарыша. Пробовал половить на червя, но вообще поклевок не увидел. Поймал лишь небольшую маленькую плотвичку. Был у меня еще этот красный опарыш, но на него я даже не стал ловить, так как хорошо работал именно опарыш белого цвета. Также хочу отметить пелец 5-миллиметровый чесночный. Хорошо показал себя по карасю, по холодной воде. Собрал в точке лова преимущественно одного карася. Поклевки более мелкой рыбы, подлещики, плотвица, красноперка практически сегодня не клевали. Были небольшие поклевки, там штук 5, наверное, я поймал, взял коту. Так что по холодной воде пелец чесночный отлично себя показал. Ну а я уже собираюсь домой. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч на рыбалках. Всем пока.